пути в огород иду, вот эти все деревья, они были вот такие, вон какие. Ой, выше вот этого дома наполовину. Гретой пошли на огородик, я обещала снять, не поленилась достать из кармана телефон. Вот с этой стороны и с этой стороны. Это все стоит возле домов. Дома, конечно, не проветриваются, плесневеют. Вот такие вот здоровые. Вот их порезали. Еще вот эти бы два срезали. Машина большая стояла с лестницей. Да пошли, пошли, пошли. Люди себе сами садик сделали. Видите, как порезали. Отсюда еще покажу. Выше дома. Это не дурак, а дура. Не ругайтесь, а то она не любит материться. А вот и укусит тогда. Нельзя ругаться. Видишь, как ругаются. А Грета не любит, кто матом кроет. Ну, вот сразу чувствует отрицательных людей. Вот не на всех же она нападает. О, вывезли, слава Богу. Ой, какая тут гора отходов было. Недели три, наверное, как не больше, месяца. Ну, слава Богу. Я сейчас мусор выброшу. Я ее отпустила, потому что у меня рука теперь с телефоном занята. Видите, вот тоже причина. Пошли на огород. Я сегодня шапочку одела. Вот магазин у нас рядом, вот. Вот сюда вот зайдешь, и там дом наш. Вот ровно 5 минут я иду. Вот и здесь порезали, слава Богу, тоже. Тоже вот. 4 часа дня пошла на огород. Ой, голуби. Вот сколько посрезали. Я вчера с огорода шла, уже темно было. Они тут на машине вот это все резали. Ой, воронье кричит. Ой, воронье кричит. Вот мы с Греткой идем на огород. 5 минут я засекала. По этой тропиночке и туда. Пошли на огород. Вчера я вытащила вот палочки. На чем держались у нас помидорчики. Ну и вот разобрала вот эти вот, от цветов вырезала, выдернула гладиолусы, выдернула розочки. Вот там посадила еще лилии, которые мне передала мама Славика. Розы выдернула тоже. И вот маленько перебуровила. И здесь я рядочек лилий посадила, накрыла вот картонкой и накрыла вот выдернутыми стеблями. Надо вот это все вырывать. Ну, пока морковку надо, морковку хоть большую, которую в мае садила. Ту надо выдернуть, там 5 штук. Вот и все. Не успели маленькие. Сеялся укропчик. Ничего не делала с клубникой. Не знаю я. Места не могла найти. И времени не нашла. Ну, речка маленькая. Ничего она не успела вырастить.
вырасти. Угу. Вот такая вот речка. Вот круглый дейкон еще посадила попозже. И листики съедает вот какая-то букашка. Все листики вот порченные, ажурные. Чего ей понравилось, не знаю. Все ажурные листики. Это я еще выдернула вот. Вообще съела все. Но все равно она не выросла, дейкон не успел. Еще и густовато. Продернуть время. Все сегодня-завтра, сегодня-завтра. Очень большой. Переплелся. Сегодня, завтра и никак. Владюша позвонил. Приедут. Ну, как-то так. А, петрушки нормально. И красота. Свеклу я тоже пока не буду. Она вон присыпана, у меня не замерзнет. Тут всего 5 штучек. Капусту эту повыдергать надо будет. Она не успевает. С морковки копану. И все, и надо домой идти. Ох, и цветочки-то растут. А цветочки цветут. Самосеянки. Какая, какие красавцы. Вчера чеснок вырвала, немножечко почистила, ну и не сфотографировала, забыла. Это тоже повыдергать надо. Все, они не успевают. Укроп уже все убила. Немножко вот оставался и побила. Рано в этом году. Сейчас вот эти вот еще посрежу, чтобы они тут не квасились. Это скороспелка. А эти не очень. Вот есть такие, что упругие. Надо срезать на пробу. Упругая. Маленький качанчик. Ну, как камень. Тоже упругий. Попозже, может быть. Все. Надо скорее управляться. Гретка. Лена уже все убрала. Ну, я сейчас постепенно, если успею до морозов, хочу грядки маленько переколупать. Все, пришли, гуляли. Все, дежуришь? Ай, варю борщик. Капусту запустила, мясо у меня кипело, когда мы гуляли. Капусту, картошку я и с мясом сразу закинула. Вот такой борщик у меня будет. Неделю не варили. Сейчас зажарочку сделаем. Свекла домашняя, капуста домашняя, картошка домашняя. Мясо только не домашнее. Букетик убрала уже, гладиолусы. Ну, некогда пока продолжать разговор. Пока вот буду готовить. Фрося не отходит. Я на кухне, она здесь на стульчике спит. Караулит чашечку. Мы утром-то покормили. Сколько ж можно-то, моя ты ласточка, а? Ой, пол скрипит. Вот такой у нас денек. Я продолжаю борщом тут заниматься. Зажарка уже вот в ретро-сковородочке. Свекла тоже своя. Красота! Не надо в магазин бежать. Доморощенная. Ну, вроде на соль нормально. Сейчас вот зажарим, добавим все окейно.
Вчера картошечку жарили на сале. Сегодня борщик. Я всех приветствую на моем канале Сакс Режиссер. Меня зовут Ольга. Новый день, новое видео. А день 21 сентября 24 года. Мы на прогулке. Пришлось прицепить ее на поводок. Нет, Гретка, давай сюда. С Таней встретились, у нее собаки. И мы с Гретой. И вот они с Таниной маленькой собачкой не поделили, какую-то нору там рыли. И как сцепились. Ой, Боже, еле разняли. Боже мой. И давай мы в одну сторону, Таня в другую сторону. У нее три своих и еще подъездных две. Она их кормит, с работы приехала. В ночь работала. С кормом вышла. И я. И еще одна женщина, Яна. Семь собак, у которых тоже. И вот разошлись, не знаю, в какую сторону идти. Все занято. Они друг на друга наскакивают. Грета не хочет играть с Радой. Рада прыгает на нее верхом. Грета огрызается. Чуть ли не кусается. Ей, видно, тяжело-то, прыгает лапами прямо на поясницу. А у Гретки же болят ножки задние. Видимо, что-то с позвоночником. Она отскакивает, скалится. А та играется, прыгает до потолка. Здоровая такая собака высокая. Той поиграть, а вес-то какой, со всего маху прыгает на нее лапами. Ужас. Вот так и будешь на поводке. Чего вы деретесь-то? Чего вам надо? Свернули сюда, думаю, может быть. Таня говорит, идите вперед. Вот мы пошли вперед. Они на другой дорогой пошли. Ой, боже мой. Уже тесно. Выгула не хватает. Вышли в одно время. Я сегодня вышла в 9 часов. Сегодня суббота, Наташа до обеда будет работать. Я пошла, ее сразу выгуляю. А с обеда, может быть, поедем за продуктами. Вчера Владюша вечером был. Посидели часочек, поужинали. Вот так вот дни проходят. Как не спрятали, все равно еще одна нашла с Яниной компанией. Уже не знаю, куда уходить. Пошли тогда, пошли. Пошли сюда, что ли. Следом бегает. Пошли. Хоть в другую сторону иди. Вообще надо уходить, наверное. Сплошные, кругом. Целые отряды собак. Слава Богу, побежала. И убежала. Мы хоть на солнышко вышли. Вон там еще идут люди. И мужчина еще с собаками пошел. Ну вот, видимо, самое время выгула. Мы всегда ходили попозже. А сегодня вот рано. И рано, наверное, больше ходить не будем. Тут пройти негде. Вот такой выгул. Я 4 года назад, когда первый раз приехала, вообще никого не было с собаками. Проблем не было. Но, правда, зимой я тогда гуляла. А сейчас и зимой так же. Не пройти, не проехать. Ну да, все хотят. Кто с ночной, кто перед работой. Выгулять их надо. Утром же они просятся, ночь переночевали. Не знаю, куда с тобой теперь пойдем. Вот вышли, остановились. Тут вода, тут не надо ее отпускать. Вот будешь сидеть, вот тебе и будет прогулка.
Сиди, 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 сиди. Сиди. О, ветер поднялся, елки-палки. Так было тихо, хорошо. Зашумело, зашумело листва. Утреннее солнышко такое. Ну, какое утро, 10-й час. О, какое кругленькое. Там опять схватились. Ой, опять схватили собаки, слышу. Скандалят. Может быть, пойдем в другое место куда-нибудь. Кругом собаки. О, слышу, как. Сцепились и там. Ой, ужас. Не-не-не-не. На разборке ты не побежишь. Пошли, наверное, в другое место. Прогуляемся. И домой. И вороны проснулись. Зимний лес начинается. Пожелтело все. Не все постепенно. Потом листопад. И лес будет голый стоять. Как-то немножко... Огорода не было, и как-то оно не так ощущалось. Вчера была на огороде, немножечко сняла. Немножко там. Что там снимать, все голое. Тем более огород не огорожен, путня. Заборы эти лежащие. Настроение не придает плюсиков. Вот и будем стоять. Ж не знаем, куда идти. Везде слышу схватки собак. То в одном, то в втором углу. Что-то вывелись мы рано сегодня. Надо было через часок как раз было. Ну ничего не попишешь. О, сядь, посиди. Я же воздухом подышу. Он вся уже в колючках. Все. Уже колючки. Да не бойся, не бойся. Ой-ой, подожди. Подожди, я покажу колючки-то. Че, кому они нужны, твои колючки, да? Особенно такие зеленые. Ой, какие они здоровые. Ну, что, Гретка? Не знаю, в какую сторону податься. Хочется, чтобы пробежалась, а не сидела. Ну, кругом собаки, кругом. Что-то ищут, роют, и потом за это сражаются. Мышек, видать. Мышки полевкие роют себе норочки на зиму. И эти учуют и роют. Пошли. Пошли. Все. Ой-ой-ой, птички. Чук-чук-чук-чук-чук. Сороки, сороки. Ладно, пошли домой.